Внимание, вот так должна быть настоящая рыбалка. Здесь коечка. Здесь лодочка. Ну, идем дальше. Чтобы все было красиво, тут будут шашлычки, тут готовится плов. Ну и самое крутое в этом вечере, конечно, будет та-та. Это мой друг построил нам для отдыха. Сауна на дровах. Тепло. Как в сказке. Вот так можно отдыхать.